Тра-та-та-тра-та-та. Этот эфир будет посвящен тому, что я расскажу вам, кто сегодня станет облабабателем, обладателем моей коробки бьюти-бокса. Он ждет с нетерпением уже отправки. Вот, я думаю, что вы тоже ждете, потому что я сейчас выгрузила наконец-то все номерки, потому что я решила проводить такие конкурсы с полной выгрузкой, полноценным беспристрастием к этому, чтобы не мой палец все определял, а генератор случайных чисел, как я вам и обещала. Вот, сейчас мы помашем там кому-нибудь из девчонок. Вот. В общем, девочки, мальчики, всем доброй ночи. Честно говоря, сегодня что-то я так устала, на даче куча каких-то дел непонятных в телефоне нужно было решить. В общем, смотрите, что у меня есть, я сейчас вам покажу. У меня есть вот генератор случайных чисел. В табличку Excel я выгрузила ровно все комментарии, которые были. Они тут, видите, есть с циферками. Кто-то один оставил, кто-то 4, кто-то 9, кто-то там 135. Вот, поэтому вот смотрите, в конечном счете получилось 17152 участника. Сейчас мы их здесь поставим. 17152. Сгенерируем. 13005. Итак, барабанная дробь, девочки. Найти 13005. Итак, вот он, человек, который у нас предварительно победил. Сейчас я покажу вам полный ник. Вот, Машка 2013. Смотрите, у нее 2013, тут тоже 13. Может быть, вы есть у нас в эфире, Маша. Так, Машка, 2013. В общем, сейчас посмотрим, кто это. Сейчас зайдем, посмотрим, кто же это, кто же. Итак, Маша у нас. Маша, Маша. Вот она, Маша. Может быть, вы есть в эфире. Если вы есть в эфире, отпишитесь, пожалуйста. Почему 13155? Подождите секундочку, может, я что-то не так сделала, что-то мне тут пишет. Алина с номером... А, да? Я что-то неправильно сделала? Блин, кажется, мы Машу обманули. Подождите сейчас секунду. Так, генератор. А, 055. Блин, девочки, простите, пожалуйста, сейчас будем искать 55. Найти. Вот. Вот он, наш победитель. Я надеюсь, что, может быть, он в эфире. Победитель, который получает мою коробочку. Так, Евгения Михайлова. Итак, смотрим, Женя. Женя, по-моему, перепил. На самом деле, вот, смотрите, на красавица. Вот, Женя. Сейчас вам расскажу, что будет дальше. В общем, сейчас расскажу, что будет дальше. Я сейчас пойду проверю, стоят ли ее лайки на последних моих 10 фотографиях, которые были под постом, ну и предыдущие. Вот новые проверю тоже на всякий случай. Вот, но я думаю, что человек, который участвует в моем конкурсе, по-любому выполнил все условия. А что я складываю в коробку? Я складываю в коробку гиалуронку от Виши. Очень клевые средства, которыми сама пользуюсь для волос, всякие маски. По-моему, в той коробке лежали патчи. Не знаю, в эту кинула или нет. По-моему, они у меня закончились. Что у нас там еще? Артём было. Артём сидит в соседней комнате, помогал мне собирать коробку. Вот. Средства от Ларош-Пузе. В общем, такая достаточно крутая премиальная косметика. Дорогая. Примерная стоимость коробки в среднем выходит 10-12 тысяч. И я обещала разыгрывать ее примерно каждую неделю. Не знаю, получится ли разыграть на следующей неделе, потому что мы будем уже на Мальдивах, но если только при условии того, что мы разыграем, а я просто отправлю ее по приезду. В общем, посмотрим, будем разыгрывать или нет. Вот, ну, в общем, я сейчас пойду Жене Михайлову проверю на подписке. Если она выиграла, я выйду в сторис, отмечу ее, а если нет, тогда выйду в эфир и переиграем. Так что ждите.